что, главный эмо-турист снова полетелся куда-то с чемоданом. Я на автобусах, общественным транспортом добрался из Сиде в Аланию. И, кажется, уже дошел до своего отеля. Вот так он выглядит. А где вход? Вижу магазин. Вижу тату. Давайте искать вход. Ну что, вид из окна такой. Оживленненько, колоритненько. Вроде как это центр исторической части. Насколько я понимаю, вот сейчас за мной гора. Тут где-то фуникулер. Здесь выход на пляж. Короче, я думаю, вещи разберем попозже. Пойдем сразу смотреть, гулять, потому что сейчас время 4. Через пару часов уже стемнеет. Кстати говоря, сегодня 12 ноября. И погода здесь 22 градуса. Я в шортах. Впервые за время моего полуторамесячного путешествия по Турции я живу один в сингле. Территория здесь маленькая, но миленькая. Народ тоже достаточно мало сидит. Я поймал себя на мысли, что я иду по методике чередования не только локаций. Изначально была Анталия, потом Кемер, потом Текирова, а потом Сиде, теперь Алания. Но и по методике чередования звездности. Первый отель был трешка, или может быть даже двушка по ощущениям, не знаю. Второй был тоже трешка, но уже получше. Третий, четвертый были пятерки. И теперь пятый отель, снова троечка, но такая вроде миленькая. Что, у нас тут на первом этаже находится тату-салон, называется King Tattoo. Может быть, что-нибудь завалится на память из Турции. Один раз я попался на эту ловушку в Минске. Наверное, не стоит ее повторять. Забавно, что этого парня я недели три назад живьем видел в Анталии. Случайно встретил на пляже. И вот он здесь. Минуты пребывания в Алании, сразу же первые турецкие котики. Там четверо. И их здесь кормят. Слушайте, в Турции тату-салонов, как в Таиланде, уже стало на каждом шагу. Что, местность гористая. Много ходим, прокачиваем икры. Так, конечно же, котик. На этот раз помоечный. Сейчас целился, хотел запрыгнуть в бак, но что-то передумал. Отдышка. Здесь, конечно, не Голливуд, но свои надписи на горах тоже есть. Это было достаточно неожиданно. Я тут поднимался по ступенькам, поднимаю голову. А вот еще, ребятушки. Ой, тут еще. Так, похоже, мы сами того не подозревая преодолели фуникулерный маршрут. Пугливый котик, хотел за носик его потрогать. А тут пушистик. А там еще куча пушистиков. Ну что, красота. Солнышко. Где солнышко? Вот солнышко. Фуникулерчики. Там пляж. Я думаю, туда мы еще зайдем. Сейчас после таких подъемов я бы, конечно, с удовольствием окунулся в море. Между прочим, пляж-то это не просто какой-то пляж, а это пляж Клеопатра. Слушайте, люди, разбирающиеся в грибах. Что это? Похоже, да, на какой-то съедобный, на подосиновик. Крепость. Интересно, что здесь по змеям. Не хотелось бы снова на кого-то наступить. Зато смотрите, какой классный лесочек. Понятно, это зачем? Такие листики прикольные. Выглядят как искусственные. У них еще и цветочки есть. Знаете, откуда мы пришли? Вон оттуда. Ребяточки, мы все взмокли.
Мы покорили адские вершины и по максимально бездорожным маршрутам от крепости. Ну что, из-за того, что мы шли не по-человечески, не как все, а в горы, то мы пришли в очередной тупик. Здесь забор, и, возможно, сейчас придется его преодолеть. Других вариантов не видно. Паркур! Но это гораздо интереснее и экстремальнее, чем идти со всеми по нормальным путям. Для полной картины, чтобы были суперкрасочные впечатления, осталось еще снова на змею наступить. Слушайте, ну мы, по сути, только приехали в Аланию, не успели еще ничего изучить. И, по сути, вышли просто прогуляться рядом с домом. А уже побывали на таких смотровых площадках, уже побывали на крепости. Никак не планирует маршрут. Закат. Ребяточки, гуляя по Алании, я встретил людей, один из которых, тут в темноте не видно, играл в группе Plushfish. В 88-м. Тем временем стемнело и стало еще красивее. Надо было поворачиваться в камеру. Да, и, не знаю, козу покажи. Козу? Вот это коза? Она. Ну что, под вечер мы решили выйти прогуляться недалеко от пляжа Клеопатры. Здесь вот такой вот пафосный котик в свете. Фанфар. Котик. Красивые мостики, вообще все супер красиво. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. No mercy!